Здравствуйте, товарищи, с вами Сет, мы продолжаем проходить Crysis 3. Остановились мы на том, что я, как слепая девочка Даун, наткнулся на растяжку. А куда мне, собственно, надо? 50 метров, вроде недалеко. Так, ну тут везде вода. Тем удобней будет мне. Но я тут врагов-то не вижу вообще. Вода, вода. Тем удобнее будет мне это. Ну, вы поняли. А что это я такое тут нашел, интересно? Шифрование какое-то. Необходимо видеть цель полностью. Ну, что-то мне подсказывает, что вот этих вот двух я если грохну. Так, мне наверх? Да, наверх. Вон туда. Как-то странно. Ну, окей. Блин, они ходят туда-сюда. Тут вообще не круто. Это слишком открытая точка. Ну, у меня, конечно, есть инвиз, но... Хорошо. Убивать этих на всякий случай не буду пока, чтобы они кучу подкрепления не вызвали. Ой, ты кто? Как тебя взломать? Бля, походу эту турель нельзя взломать. Я подозреваю, что она довольно мощная. Ебашит, у нее там пулемет стоит. Ну ладно, прошли мимо. Тоже вариант. Раз уж игра позволяет. Хватит мне чудиться. Использовать коды доступа для чего-то там. Ромео 1, вы приближаетесь к комплексу сбора энергии. Найдите два переключателя мощности. Вырубите их быстро, чтобы мы смогли отключить Нексус. Всего два. Ну ладно, с этим я справлюсь, наверное. Бля, как тут стрёмно. Так же стрёмно было в первом Крайзисе, когда мы попадали к этому. В желудок. Но я что-то не понял, а где они? Ни врагов, ни друзей. Ты переключатель? Нет. О. 40 метров. Как странно. О, еще данные. Куча данных. Ну, а мне как-то туда надо пройти. Нет, нет. Ой, ай. А чё меня эта вода дамажит? Вот в чем вопрос. Может, она слишком горячая? Хм. Странные дела творятся. Вообще никого нету. Видать, я так хорошо все делаю, то что они даже подмогу не вызывают. Ну, хватит мне. Я же давно курил эту травку. Почему мне до сих пор... Это еще что такое? Опустили какие-то штуковины. Охладили. А, вода в натуре, наверное, горячая, поэтому я дамаг получаю. Они вон охлаждают мне эти. Ой, не беда. У нас ведь есть нано-костюм, с помощью которого можно бегать, прыгать и даже ковыряться в носу. Он не позволяет. Вот это, наверное, вообще проблема, кстати. Прикиньте, вы такие идете, идете, хотите поковыряться в носу. Охрен. Что, мне нужно заложить где-то взрывчатку? Запущена турель? Какая еще турель? Опаньки. Сканеры. А я вижу, где ее взломать можно. Ебать, ебать у нее тут эти эпилептические, короче, припадки. Блять.
Вообще не айс. Да что ты меня атакуешь-то, я не понимаю. Отстань. Ебать. Я уже, короче, просрал половину. Ах ты, бля. Надо что-то делать, они мощные, там две турели стоят. Так, ну сейчас более-менее нормально получается. Ага, и чё? Всё? Она не будет меня трогать? Сучка! Уничтожил бы тебя, моя воля. Ну то ещё вздумала. А, наверное, можно было подойти сюда, она бы отсюда все равно не смогла по мне стрелять. Так, я не понял. А, вернуться надо все по кругу, по кругу, по кругу, по кругу. Тихо, тихо. Вы что вообще позволяете себе? Лазеры ставить, которые нельзя отключить. Нет уж, спасибо. Мало ли, опять турель запустится. Я что, зря ее взламывал, что ли? Да ёб твою мать. Что-то есть. Видение. Сука, сосед, как он меня доебал. Просто жесть. Между временными зонами мозга. Мы наблюдали галлюцинации, ощущение дежавю, ложные воспоминания, иногда даже комплексные расстройства личности. Я не поехал. Эти видения предсказания, а не галлюцинации. Как картинки могут предсказать что-то? Только продолжайте миссию. Хотя, в принципе, если брать такую же схему, как в Mass Effect, типа... А прота они использовали свою систему передачи данных и предсказывали всякое говнецо. Я проверю. Ребят, у меня для вас хорошие новости. А, патроны кончились. На тебе! На! Ты бьешь детей и женщин! Сволочь! Скотина! Вот оно! Полите их! Спасибо, пророк! Вообще кончились патроны? Спасибо! Нет. Сегодня мы восстанем и сбросим с себя оковы. Какой-то плохой человек, сразу видно. День свободы. Сразу видно, это недоброе что-то замыслил. Может, там еще кто-то есть, я не заметил? Нет, вроде все. Так. Че это ты? Чё это тут? Какие-то данные наверняка можно замутить. Нет? Вообще пустотень. Где это я? Наверху этой башни? Наверху этой тарелочки. Псих, я внутри. О, клава стандартная. По крайней мере. Опустите, он поднял, было написано опустите. И чё у нас тут? Теперь мы в темной комнате, можно делать все, что захотим. Сейчас, наверное, приход будет. Что? Нет, они не могли быть настолько глупы. Ну, как я и сказал, они сдерживали вот этого жнеца большого в натуре. Альфа-Сеф. Альфа-Сеф. Вот вам и галлюцинации. Перезагрузка костюма. Неприятно. Куда это он, я не понял. А, там дырка была. Я даже не знал. Ебать, он живучий. Ну, что у нас тут? Что-то... Неплохо, неплохо. Значит, мы все-таки освободили Альфа-Цефа, да? Как я и думал. Вот цел, они не такие уж и говнари. Они специально построили все это, чтобы сдержать Альфа-Цефа. Система X
Их источник энергии — это Альфа-Ц. А, ну или они пытались за счет него энергию получать. Хм, интересное поле. Может, в первой части такое же поле было, которое ледяное? Ах, чтоб меня, если твои видения правда. Значит, конец света близок. А то. Нет, это значит, тварь на свободе. И я могу убить ее. Ну, разумно. Наверное. Я не уверен. Это из баз данных Сел. Похоже, мы раскрыли очень важную тайну. Это существо было источником энергии Сел. Вау, вам пришлось базы данных для этого гораздо сильнее, взламывать. Чем я думал. Но я заметил кое-что непредназначенное для моих глаз. Если они сумеют забраться ко мне в голову, то, возможно, я смогу проникнуть в их мозг, найти их слабое место. Псих, где тут слот для костюма? Ага. В лаборатории, где Сел держали меня. Встретимся там через 30 минут. Осторожно, Майкл. Некоторые вещи простить невозможно. Какие вещи простить невозможно? Че эта тёлка пилит его вечно? Я же хороший, я им помогаю. Нано-костюмы она не любит. Снять с предохранителя. Улица Деланси, Чайнатаун, Нью-Йорк. Полчаса спустя надо было нажать. Написать. Высотная система. Уровень угрозы. Ебать, а вы откуда взялись? Слышал? Здесь все чисто. Ложная тревога. Почему они не видят меня? Я в инвизе, типа? Видимых объектов не обнаружено. Двигаюсь к следующей точке. Опаньки, лягушка. А, это была презентация CryEngine. То, что они... Они этой жабе обещали полигонов больше, чем, типа, чем в любой другой игре. Полигонов на это. Черт, куда он делся? Маскировка отключена. А, это все было без маскировки, то есть... А к чему эти кат-сцены? Я ведь и так чисто. И сам мог бы все это. Здесь тоже чисто. Не, никаких следов пророка. Поехали. Чернохвост дозорный, это Чернохвост 9. Чернохвост. Выдвигаюсь в следующий квадрат, прием. Сейчас меня подставят. Нет, Чернохвост 9. Восход Алой Звезды был инициирован НАКС. Всем... Восход Алой Звезды? Подтвердите, что это не ошибка, прием. Подтверждаю. Какая-то, короче, код у них. Вот дерьмо! Что с ним? Восход Алой Звезды, о чем они думают? Че это значит? С пророком, надо выбираться отсюда, Ща ядерной бомбой, значит, долбанут. А как же Штибер? Да черт с ним, догонит. Восход Алой Звезды. Ну, я догадываюсь, Алая Звезда это типа какая-то маленькая ракеточка. Слышал о восходе Алой Звезды, псих? Нет, не приходилось. Сел не так-то легко напугать. Узнайте все, что сможете. Встретимся в назначенном месте. Хм. Дело плохо. Раш и Клэр не отвечают. Тебе придется держаться в одиночку, пока я не разберусь. Вау, как непривычно. Держаться в одиночку для пророка. Так я не понял, они уходят или что? Валите отсюда, я не хочу вас убивать. То есть я хочу... О, стрелы. И чё, типа, если на меня свет этот насветит, то чё, они меня заметят? Но это будет странно довольно-таки. Ну, наверное, в маскировке не работает всё-таки. Это фигня. Так, ну я так думаю, тут как бог дал из лука их всех мочить, потому что... Как бы... Стрелы? И у меня своих еще дофига. Да. Стрелы, стрелы. Но знаете, что я думаю? Давайте, может, в следующем летсплее начнем веселиться. Все-таки миссия та закончилась, а я по миссиям летсплея начинаю. Вот отсюда вот мы, честное слово, начнем вот отсюда следующая миссия. Я не вру, да. Так что, если вам понравилось это видео, то ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, вступайте в группу ВКонтакте и
Советуйте друзьям, ждите продолжения. С вами был Сет. До свидания.